Здравствуйте, уважаемые коллеги и дорогие друзья. Меня зовут Петя. Я коллег компании Sanhang. Мы приехали из города Янчжоу. Сегодня позвольте мне рассказать вам о нашей новой модели 6280. Теперь посмотрим на эту всю машину. Вес автомобиля 53 тонн с половиной, включая рам противовес. Длина автомобиля 11,3 метров. Ширина автомобиля 9550 мм. Высота автомобиля 3000 метров. Без рамы противовеса может принимать инструменты вес 1 тонны без перевеса. На этом кране есть 8 секций. Максимальный вес 21,6 метров. Максимальная высота 25,4 метров. Максимальный момент у него 628 тонн метров. Максимальная подъемность 130 тонн. Максимальная боковая грузоподъемность может достичь 100 тонн. Без противовеса боковая нагрузка до 85 тонн. Безопасность тоже быть одним из самых важных факторов для владельца кранов. Этот кран оснащен импортным буртом Skyrig. Он может не только осуществлять обычное управление краном, но также иметь функцию управления опорами, запуска остановки шасси и даже управления трассельной заслонкой. Он оснащен системой ограничения момента, которая контролирует состояние нагрузки крана, эффективно защищает человека. Он также имеет функцию взвешивания груза, которая измеряет вес груза, предоставляет данные для клиентов, чтобы сформировать программу подъема и избежать ошибочных суждений. Все, спасибо.